Ну что, ребят, всем привет, с вами Джейсон, продолжаем играть в Амнезию. Так, тут какая-то непонятная комната, давайте пойдем, там что-то светится. Так, какие-то хрени. Ой, what the fuck, я знаю эту комнату, я ее на картинках видел там, ну, к самой игре. К самой игре, ну, когда скачивал там игру, там вот такая была хрень. Ага, ноги чьи-то. Ой, what the fuck. Ой, мы что, можем взять, что ли? А что ты можешь взять-то там, я не... Это крыло чьё-то. Что там вообще такое? Сейчас выпрыгнет, да, чё-то? Что мы там делаем, я не знаю, не понимаю. Ладно. Так, я уже забыл, как играть в эту игру, что у нас тут есть. У нас фонаря даже нету. Мелкие порезы, что нам нужно? Вспоминаний. Нет вспоминаний. Ну ладно. Музычка еще при том такая играет. Прям вообще берет за душу. Так, там открылась дверь, я видел. Так, тихо, как ты, как? Блин, как бежать-то? Я уже сам забыл все. А вот, бежит он. Так. Что ты там опять вспомнил? Везет нас во внутреннее святилище. Так, тихо. Да. С ее помощью мы легко спустимся вниз. Ты когда-нибудь ездил на лифте? Да, однажды. В Колизее. В Ридженс парке. Лифт там отвозит на смотровую площадку. Хорошо. На этом лифте ехать чуть дольше. И едет он не вверх, а вниз. Так, вот. Получается, это лифт. Я не знаю, нам надо сейчас прям на него садиться или попозже чуть-чуть, потому что мы там... Я вообще ничего там еще не обследовал. Давайте пока пообследуем, потом уже пойдем на этим на этом лифте. Машинное отделение закрыто. Угу. Что-то там. Найди ключ от машины. О, опять ключи. А у нас есть иголка. Или что это? Игла есть? Нет. Не тащит. Игла не тащит. Ладно. По крайней мере, светло. Это хорошо. Так. Стулья. Так, здесь что-нибудь есть? Это что такое? Кабинет. Кабинет, кабинет. А там что? Это что такое? Гостиная. Да, да хера, комнат. Давайте пойдем в кабинет. Посмотрим, что тут есть. Мы, похоже, тут надолго задержимся. Так, ага, кабинетик у нас тут. Что тут? Опять картины. Картин. Опять какие-то звуки. Нехорошие. Совсем нехорошие. Так. Так. Закрой пока дверь. Стул. Так, чё с тобой? В здравом уме. Это хорошо, что ты в здравом уме, чувак. Здесь какие-то препараты опять есть. Палочек. Слушай, чувак, что у тебя помутнения какие-то опять идут? Мне это не нравится. Так, масло, трутница. Тоже пригодится трутница нам, трутница наша. Так, что здесь больше ничего нету? Так. Вроде бы здесь больше ничего нету и... Не знаю, по мне. Реально здесь. Опять звуки нехорошие. Так, тихо. Звуки нехорошие, нехорошие звуки. А, стоп, нифиг. А, у нас там вообще. Вообще ничего почти. Осталось. Ладно, спрячем пока фонарик. Может потом пригодится, кому-нибудь по башке дадим. Так. Ух ты, это чё? А, это книга. Нормально. Так. Блин, вообще какие-то нехорошие звуки. На это еще цветочки. Так, что это такое? Мы все равно еще на другую. Иоганн Вейеру. Вы издеваетесь? Вы издеваетесь? Вообще. Здесь есть кроме этого что-нибудь? О, мы можем окошко выйти.
Не, не можем идти. А там что-то есть, там какая-то елка есть. Ладно. Опять какая-то страшная музычка. Не знаю, для меня она какая-то страшная. Так. Тут никого нету. Никакого чупакабры. Так, ух ты ж ё. Что это здесь такое? Отдел человеческого черепа, чё его? What the fuck? Ты чё здесь делаешь? Ух ты ж, ёшкин кот. Нет, нам не надо такой башки. Так. Что здесь есть? Есть что-нибудь? Что-нибудь здесь есть? Лопата, ты что? Ты сама, что ли, шевелишься? Ух ты ж. Чё я не могу взять-то? Посмотрим, что можно с тебя взять. Грязновато. Нужно было наточить его. Я чувствую его. Вещество тут есть. О боже, what the fuck, походу здесь собаку резали. Это очень плохо. Такое хрень какая-то. Здесь ничего почитать нельзя. А, о, ящички. Так, тихо. Трутница. Отлично. Ёб твою мать. Ёб твою мать, твою мать. Это было не страшно, конечно, но я пересрался. Чувачок, здорово. Как тебя зовут? Что ты здесь делаешь? На книжку почитай. Так. Что здесь вообще происходит? Здесь какая-то хрень. Не будешь читать, нет? 9 января 1658 год. Но разочарование. Последние находки антиквара оказались бесполезны. Я все еще не в силах их постичь. Внутреннее устройство живых организмов и его связь с той энергией, что я ощущаю, буду вновь читать книги, но подозревают, что толку не будет, исследований подобных моему никто не проводил, так что придется мне самому запомнить эту брешь в науке. Очевидно, что люди выделяют больше нужной мне энергии, но надеюсь, животных будет достаточно и куда легче добыть. А здесь реально какая-то хрень, а это кто? Не, вот этот чувачок вот прикольный сам. Так, чувак, я к тебе еще вернусь. Так что все нормально будет. Так, ну пока что все нормально. Пока что все нормально, а вот здесь уже что-то как-то ненормально. Опять что-то там накалякал. Давай посмотрим, что-то там накалякал. Так, найти путь проход забавка. Нет, найти ключ. Так, нам как-то туда, что ли, еще проникать нужно? Ой, это надолго. Картина. Нет, за ней ничего нет вроде. Так, что у тебя там? Легкая головная боль, а ясно. Это нормально. Это нормально. Ух ты, трутница. А чё, мы можем выпрыгнуть даже? Чуваки. Я думаю, да, мы можем выпрыгнуть. А, может здесь попрыгать надо? Мне кажется, да. Здесь попрыгать надо. Ну ладно, сюда мы потом вернемся. Там еще какая-то дверца была. Еще ее надо обследовать. Самое главное, что здесь. Самое хорошее, что здесь светло. Так. Сюда давайте зайдем. Так. Дневник какой-то еще у него пропал. Это не есть, конечно, хорошо. Так.
Ух ты, а этим, интересно, можно изгнать вот того вот чувачка? Опять кролик какой-то. Ладно, положу сюда, может понадобится. Не знаю, как он может понадобиться. Так, о, маслица еще. Маслица или что это такое? Масло, да. Так, здесь не будет никаких сюрпризов. Вроде пока что нет, записка, я вижу. И что такое? Чего? А, это хрень. 2 июля 1839 год. Сегодня получил письмо из алжирского губернаторства о судьбе экспедиции Герберта. Через неделю после моего возвращения Абдулла, один из наших наемных, пришел из пустыни. На нем были тяжелые раны, словно от когтей льва, и он бессвязно бормотал, что нечто ужасное напало на экспедицию. Французы немедленно отправили туда поисковый отряд. Через пару дней они обнаружили лагерь, но никаких следов Герберта или его людей там не было. Завтра я пойду в таможенное управление и заберу вещи, оставшиеся в лагере. Чертовщина какая-то. Что там могло случиться? Так. Здесь что есть? Так, ладненько, ладненько. О, здесь какая-то спальня. Здесь по-любому что-то интересное должно быть. Так, здесь кто-то уже рылся, да? Ух ты. Лом. Half-Life одобряет. Half-Life одобряет. Точнее, Гордон Фриман одобряет. Это что, мозги или камень? На мозги какие-то похожи. Так, только тихо. Стоп, а мы чё? А. Даниэль? Что? Что? Всё мучаешься от кошмаров, да? Не могу избавиться от них. Снятся каждую ночь. Они пройдут, вот увидишь. Ага, здесь походу Фредди Крюгер ещё что-то сделал. Походу. Но это не точно. Так, мы что-то здесь могли как-то сделать или просто тыкнуть, чтобы воспоминание пришло? Видимо, да. Так. У нас есть лом. Это хорошо. Так. Мы оттуда пришли, здесь мы еще не были. Лом у нас есть. Так, ясно, сейчас ломиком придется поработать. Так, замок. Словно найти способ открыть дверь в гостиной. Лом, ты тащишь. И... Что-то с лом. Давай лом. Лом? Не понял. А чё, лом сломался? Ключ. Вы чё, охерели? Ломик. Ломик. Лом, ты был мне как брат. Ладно, пока. Так, воспоминания. В гостиной спрятан важный ключ. А ключ где нам нужен был, я уже не помню, я всё забыл. Так, здесь опять какая-то хрень валяется. Так, ага, записочка. Что? Вам нужно найти место, где спрятаться. У вас никак средств самозащиты. Вы чего, охерели? От кого? От кого спрятаться-то? Сейчас какая-нибудь моська вылезет. Я обосрусь нахер. Я уже по звукам чую, что там что-то неладное. Там, наверное, этот чудик. Чудик? Так. Это что было? Надеюсь, мне напишут, когда можно выходить отсюда, а то я не выживу. Или я сам должен определить по звукам. А, все нормально? А что здесь вообще было? Дверь. Куда делась дверь? Люди пошли. Уже двери воруют. Ладно, похоже, этот чудик, ему дверь была нужна. Видимо, только за дверью сюда пришел. Так.
здесь есть что-нибудь в шкафчиках? Уйди. Нихера нету. А здесь что-нибудь есть? В принципе, я в какой-то там части как раз и говорил, что нам придется прятаться, скорее всего. 3 июля 1839 год. Сегодня я забрал вещи Герберта. Перерыл гору документов, что были у него с собой, и нашел отчет об экспедиции. Там были и сухие заметки, и красочные описания некоторых событий. Я пролистал отчет, пытаясь узнать, что произошло. 17 мая, в тот день, когда я был заперт в зале со сферой, Герберт написал: «Даниэля вытащили примерно через час». Невозможно, ведь я начал задыхаться уже через пару минут. Как я мог продержаться там час? Я продолжил читать. Герберт обычно писал сухо и без эмоций, но вдруг в его записях стало чувствоваться отчаяние. Наемные, которых он отправлял на исследование гробницы, похоже, постепенно теряли рассудок. Арабы стали безумны, и Герберту пришлось пойти на крайние меры. В итоге он сам спустился в гробницу и вынес оттуда сферу. Не понимаю, как такое возможно. Если сфера у него, то что за осколки у меня в кабинете? И куда этот чудик, интересно, пошел? А там лом не заспавнился? Нет, не заспавнился. Так, ну вроде бы здесь все обшарили. Ничего больше не осталось. Так, здесь что-то уже музычка-то. Этого не было. Ой, what the fuck. Так, ага, здесь сундучок еще какой-то. А, маслица. Трутницы. Так. Здесь ничего не поменялось. Слушайте, а может сюда это нужно кинуть, вот эту вот хрень? Ну, вот эту вот хрень, которая там лежала, как это называется, я уже забыл. От человека эта херня. Может ее туда кинуть как-то нужно? И что-то произойдет, но я не знаю, мне просто что-то так подсказывает. Может, там оттуда что-то вылезет? Но я не уверен. Ребят, если я сейчас сделаю оттуда что-то вылезет, я прям Вангой буду. Не, походу ничего, ладно. Так, куда нам вообще надо? Мы там были? Здесь спуск какой-то. Хранилище. Пойдемте в хранилище. Так, здесь фонарик уже по-любому нужен. Ой, мне здесь не нравится. Темнота хранишь, какая странная и неестественная. Так, это чё думал, естественное, что ли? Здесь все неестественное. Так. Самое главное, здесь не задерживаться. Блин, там еще спуск. Охеренно. Опупенно. Так, здесь еще дверь. Слушайте, у нас уже 13 трупниц. Это что за рок? Дрели? 5 это чудик. Вон он идет. Тихо. Зажигайте факел. Какие нахер факелы? Вот факел. Зажигай нахер. Иди нахер. Иди нахер, чудик. Я спрятался. Ты
что там застрял, что ли? Тебе помочь? А, вот это уже не смешно, ребят. Я спрятался за каким-то ковром. Ковер, ты спас мне жизнь. Я тебе обязан. Так. А что ты не можешь зажечь факел? А, тут вообще ничего нет. Ковер мне спас жизнь, я ему обязан. Так, слушайте. Этот чудик ушел. Блять, он там еще. Ковер. Сука, иди нахер. Иди нахер. Иди нахер, ты не пройдешь. Иди нахер. Иди в задницу. Чувак, это не смешно. Чувак. Чувак, иди нахер. Иди нахер. Иди нахер. Ты чё, самый умный, что ли, здесь? Ой, ё-моё. Я возьму трубку. Чё с ним делать-то? Детали от сломанной ручной дрели. Мы можем кому-нибудь бошку и распилить, к примеру, этому чудику. Ребята, это не смешно уже. Этот маньяк там бродит. А у нас ничего нет, у нас есть только фонарик и мелкие порезы. Что нам делать? Может, нужно дождаться, пока музычка пройдет? Нет, фонарик нам нужен. Ой, чуваки, 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 что делать-то? Музычка все равно играет, может, он куда-то пошел. Ой, пипец. Ну что, ладно, давайте пойдем, посмотрим. Он дверь сломал уже. А, видимо, это... Вот этого деваху, эта тень похитила. Тихо. Я зажигать буду здесь везде свечки, как нам говорили зажигать. Может, это поможет как-то. Опять завалено. Обломки после обвала перегораживают проход, хранишься, найди способ пробраться внутрь. Ой, уже задолбали. Что здесь? Детали. Откуда эта тень выходит, интересно? Отсюда, может? У нас есть какая-то хрень. Нет, не тащит. А это не тащит. Нет, не тащит. Так, ладно, давайте выбираться отсюда. Ну и нахер вас. Так, а здесь что написано? Так, здесь тоже что-то есть. Ой, блин, я уже скоро пересрусь. У меня как-то уже стремновато реально играть в эту игру. Чего? Чё ты гонишь? Так, ну здесь свет, думаю, нормальненько. Так, света. Так вот будет. Блин, здесь дохера дверей. 100 дверей. Здесь что? Куда идти, чего делать, хз. Так, отсюда мы пришли. Давайте пойдем сюда. Так. Свечка. У нас сколько трутниц-то? 8 трутниц. И фонарик уже на исходе. Это не есть хорошо.
еще тупиц. Так, давай. Александр, я приготовил взрывчатку для очистки стоков. Со смесью следует обращаться в высшей степени осторожно. Постарайся объяснить это своим безмозглым слугам, прежде чем действовать. Сами по себе жидкости не взрывоопасны, но их следует держать разделение инцидентов. В соседней комнате находятся две большие бочки для ингредиентов. Тебе нужно просто смешать жидкости. Угу. Я так и знал. А это что такое? Отлично. Так, ну здесь вроде бы светло. Как для тебя-то? Легкая головная боль. Это что? А, во. Так, стоп. Некоторые... Нет, я лучше так буду читать, мне так безопаснее. Некоторые предметы в сумке там можно комбинировать, перемещить один предмет на другой, чтобы попробовать объединить их. Не, не могёшь. Не, не могёт. Не могёт. Так. Здесь что-нибудь еще есть, кроме темноты? Так, трупница есть. Так. Больше вроде бы ничего здесь нету, так что я пошел. Так, буду оставлять открытыми двери, где я был уже. Так, что здесь у нас? Здесь темно как-то. Бери, давай. Мне уж самому не по себе. Так. Здесь мы еще не были, да? Или были? А, нет. Ага. Деталь от дрели. А, вот и наша дрель. А что мы ей можем сделать? Не, не можем. Не могёт. Не могёт. Что мы ей с ней можем сделать? Я что-то не понял. Может, здесь что-то надо тыкнуть? Нет. Надо действовать быстро еще при том. Потому что мне здесь не нравится. О. Так, тихо. Во. А где дрель? А, с нами. И чё? Блин, у меня ухо зачесалось еще. И чё нам это дало? Она наполнена одним из двух компонентов смеси. А чё нам с ней делать-то надо? Обломки после облома пережига прохожих. Но есть способ сунуть вести нас. Машинного отделения. Пипец. Пипец. Чё делать, хуй пойми. Так. Здесь нам точно больше ничего не надо. Видимо, да, нам больше здесь точно ничего не надо. Здесь, может, что-то еще надо сделать. Все. А, отлично. Взрыв, опасная смесь. Теперь надо что-то взорвать там. Так. Ладно, думаю, на этом пора закончить, а то реально уже как-то мне крипово здесь. Очень так. И фонарик при том еще сел. Давайте на свету закончим. В следующей части продолжим. Не знаю, что теперь тут взрывать надо. Вспоминания, обломки, что-то там взорвать нужно. В общем, увидимся в следующей серии. С вами был Джейсон. Всем пока.